Елена Пирогова и пять ее дочерей живут в небольшой двухкомнатной квартире. Как признается многодетная мама, каждое утро большое приключение. Как всем собраться на учебу, чтобы никто не опоздал? Пандемия помогла, поскольку теперь занятия начинаются в разное время, но условия все равно очень стесненные. Сейчас семья ищет новую квартиру, которая будет просторнее и уютнее. Мы обращаем внимание на район, чтобы, во-первых, была школа, это раз. Чтобы была транспортная развязка, чтобы старшим детям было удобно добираться до места обучения, желательно с одним транспортом, либо хотя бы с одной пересадкой. Можно было пользоваться сезонкой и так далее. Все-таки это тоже большая экономия для семьи. И, конечно же, чтобы двор был для маленьких детей. Приобрести новую квартиру Пироговым, как и семье Михайловых, в которой тоже пятеро детей, четыре дочери и один сын, помогут социальные выплаты на приобретение жилых помещений с городского бюджета. Их учредили для семей, в которых от пяти детей и больше, в соответствии с постановлением президента России Владимира Путина. Сертификаты на получение средств семьям вручали глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Хочу поблагодарить вас, Елена Михайловна, и вас, Елена Алексеевна, за ваше мужество, за вашу материнскую любовь, за вашу заботу. И хочу пожелать, чтобы все сертификаты все-таки вам были опорой и помощью в вашем материнском деле. И чтобы дети ваши были счастливы и здоровы, чтобы вы радовались их успехам. В Самаре такую выплату получили уже 4 семьи. 2 сейчас и еще 2 в прошлом году. Размер выплат складывается из количества членов семьи, средней стоимости 1 квадратного метра общей жилой площади и нормы предоставляемой площади жилого помещения муниципального фонда. Родителям также пояснили, как и когда они смогут воспользоваться своими сертификатами, чтобы купить себе новые квартиры. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.